Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Вышел рой и привился на боярку. На боярку привился. Сейчас будем снимать его. Развели дымарь. Сейчас как-нибудь будем. Вот он как сидит. Вот веточки. Как бы большой, да, кажется? Mm-hmm. Ни разу у нас вот сюда он не летал. В эту сторону никогда не приземлялся. Обычно как-то всегда на пасеке, а это в сторону даже ушел и мог бы даже слететь, если бы на этой не зацепился бы на боярке на этой. Стрясать будем. Летаю, подхожу. Он, наверное, ножовку принеси с гаража. Стряхиваем, да? Ну давай, стряхивай. Они прямо как кисель у тебя. А, ты прямо с веткой туда. С веткой. Ну, сейчас они должны собраться. Какие грозди. Поставили туда раюшку. Ловушку в раюшку. И сейчас будет стряхивать, да? Стряхивать я не буду. Не будешь? Положу и все. А, они сами зайдут, да? Хорошо. Ну, они сейчас даже какие соберутся и оттуда, да? Первый раз прилетели на эту боярку, сюда сели. Получается у нас тут. И вот сейчас они здесь, она посидела, матка. Сейчас могут сюда и лететь. Как одно время у нас в конец огорода летали всегда, садились.